Михаил Стольников, это он. Он попросил меня еще ставить хорошие ему оценки, пока ему деньги все отдают. Ну, допустим, хорошо, вы разбили ему по чуть-чуть же, можно ему отдавать как-то, нельзя их заставлять это заниматься. Очень крутой там телефон, я очень разнервничалась, я не знала, что мне делать, я переживала сильно. Да, как-то, ну, я все понимаю, но вы же понимаете, что это статья, не это вообще... Вы взяли и их, получается, подставили, их родителей, себя подставили? Ну, этот Миша, он меня угрожал. Да, как, ну, все равно, ну, как-то надо... Подошли бы к директору, как-то договорились, но вы понимаете, что вы их подставили? Ну да, я сглупила. Просто... А что бы дальше? В колонии они бы дальше грабили, номера, колпачки снимали с машин? Номера снимали с машин? Я после понимаю. Того, что вы их учите? Забирать. Еще так нагло взять к Вильяму, подходить каждый день, требовать деньги, 50% вам давать. Какая-то схема вообще, махинация какая-то. Простите меня, я честно переживала. Да что вы меня простите? Я просто...